Мероприятие проходило в рамках международной экологической акции «Спасти и сохранить», приуроченная к 90-летию со дня рождения заслуженного геолога, первооткрывателя нефти в Западной Сибири Фармана Салманова. За 20 лет конференция обрела статус эффективного образовательного пространства. Ежегодно его участниками становятся свыше 300 представителей предприятий топливно-энергетического комплекса Югры, Ямала, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, Тюменской, Томской и Новосибирской областей. Научные разработки молодых специалистов «Лукойл» Западной Сибири получили высокую оценку экспертов. 4 проекта отмечены дипломами лауреата. 3-е место заняли оператор по добыче нефти и газа «Лангипас нефтегаза» Руслан Торхов и инженер отдела разработки нефтяных и газовых месторождений «Ямал нефтегаза» Владислав Старков. Дипломами первой степени удостоены работы механика «Лангипас нефтегаза» Владислава Десятого, геолога «Пофнефтегаза» Ильи Авдеева и распределителя работ Южно-Ягунской группы месторождений «Кагалым нефтегаза» Лейсен Мулаяновой.